Всем привет! Артист, который своим уникальным голосом покорил весь мир, продает билеты на концерт в Нью-Йорке настолько быстро, что сайт иногда зависает. Портал 1.ticketmaster.com запустил продажу билетов в эту пятницу. Цена же от 46 до 126 долларов. К слову, Димаш Кудайберген уже вовсю готовится к этому концерту. Усиленно работает над хореографией, даже сменил имидж, чем просто шокировал поклонников в разных странах. Обратите внимание, судя по этим фотографиям, у Димаша совершенно другая прическа, он стал более брутальным, быть может, именно таким имиджем собрался в том числе покорять американцев. К слову, называется шоу в Нью-Йорке «Арнау Тур». Вот концерт с таким же названием был в столице Казахстана. Причем настолько ярко прошел концерт, что обсуждают и пишут о нем до сих пор. Димаш Кудайберген тогда поднимался в небо внутри яркого шара. Димаш эффектно танцевал и этим тоже покорял зрителей. Ну, конечно же, брал неземные высокие ноты. Его вокал иногда и пробивал на слезу, когда пел о друге, о Денисе Тене, которого с нами уже нет. Ну и вот, на концерте в Нью-Йорке Димаш Кудайберген обещает представить что-то невероятное. В Инстаграме написал, что люди даже не представляют, что их ждет. Кстати, напомню, это будет сольный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, а именно на стадионе. Арена называется Barclays Center, вмещает 19 тысяч человек. Тут же Игорь Крутой 26 октября проведет творческий вечер в честь своего 65-летия. Выступят разные звезды от России, в том числе, конечно, Димаш Кудайберген. Прекрасная программа. Только друзья и ваши любимые артисты. Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и даже Дима Билан. Неповторимая атмосфера. Я же напомню, недавно Билан прославился, некоторые пишут, что опозорился в Самаре. На этом канале есть полный разбор. Если вы не смотрели, обязательно полистайте и посмотрите. Я оплошал, выпил коньяк, не рассчитал. Такие вот новости. Напишите обязательно ваше мнение, что вы думаете по поводу быстрого старта продаж билетов Димаша Кудайбергена, как в целом вам этот артист. Летите в Нью-Йорк на концерт, либо же будете смотреть в интернете. Но в любом случае на этом канале будет детальный обзор его выступления, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на канал. Друзья, вы знаете, это очень важно. Нас смотрят, примерно 80% без подписки, поэтому зайдите чуть ниже под видео. Посмотрите, если горит красная кнопочка подписаться, важно нажать на нее, чтобы она была серой. Ведь действительно, красный свет — это цвет агрессии. Надо сделать, чтобы не было никакой агрессии, чтобы у нас был мир и дружба, чтобы все было замечательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я искренне люблю и ценю каждого из вас. Счастья вам, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи!